друзья, всем привет, вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Far Lone Sails. Одинокие, то есть паруса вдали. Короче, мы на какой-то платформе, и она нас поднимает вверх. Разобрались мы с этим механизмом в прошлой части. Сделали шестеренку, еще какое-то дерьмище сделали. Ну, короче говоря, продолжаем обратно путь. Не обратно, а вернее вперед. Давай-давай уже поднимайся. Слушай, как безбожно уходит топливо. Я не понимаю, куда. Мы же с тобой не двигаемся. Не, вот сейчас-то двигаемся. Только куда девается топливо, я не понимаю. А, надо включить эту штучку по сбору говна. Сейчас сбросим давление, будет все хоккей. Ух, как скорость пошла. О, какие-то мячики. Ништяк, все на борту. Поехали. Засмотрелся на мячики, ничего страшного. Давай. Сейчас подзаправим. Ништяк. Опа. Давай на полную катушку. Так, здесь придется поддать паркур. Ништяк. Темно как-то, правда. Почему так долго темно? Мы же все-таки то днем, то ночью двигаемся, а почему-то больше, конечно, ночи. Ух ты, сколько мы еще дерьмища захватили. Так, в топку. Мячик тоже сейчас в топку закинем попозже. Попозже закинем. Давай. Опа. Горочка. Пригорочек. Ништяк. Так, мячик в топку. Да, мячик в топку, говорю. В топку мячик. Ништяк. О, круто. У нас с тобой ветер нарисовался. Давай паруса расправим. Ну, вот так как-то поприятней. Ух, буксуем. Буксуем, друзья. Круто. Интересно, там давление-то не херачит? А, не, мы на парусах идем. В принципе, нормально. Можем насладиться окружающей средой. Подышать свежим воздухом. Блин, человечек странный, конечно. Но ничего не поделаешь, круто. Что-то медленно. Мне кажется, все-таки нужно поддать газу. Как думаешь? Давай поддадим газку. Опа! Чего у нас там насобиралось? Еще мячик. Или не мячик, хер его знает. Сколько там добавилось-то? Что-то мало добавилось. Ну-ка, ящичек еще. Ништяк, еще ящик. Ух ты! Круто! Какой-то вулкан, что ли? Или гейзеры? Гейзеры. Что-то опять-то стопорнулись. Стопорнулись? Не-не-не-не-не. Нельзя сбавлять скорость. Давай попробуем максимум развить. При ветре. Так, что еще? Мячик какой-то сожжем сейчас. Опа! Давай, пробуем максимум. Так, спидометр херово. Надо что-то сжечь еще. Надо, наверное, вот это вот сжечь. Кораблик сейчас сожжу. Давай, кораблик сожжу. Не прибавляется сильно скорость-то. Все время на одном месте. Хотя я сбрасываю, в принципе, вовремя, практически на максимуме сбрасываю стем наш. Сейчас мячик еще засосем. Огонь! Не, не развивает скорость, видимо, горочка. Так, кончается топливо. Это что? У нас еще один мячик какой-то. Погнали! О! Ништяк, в горку хорошо забрались. Блин, а топлива-то мало. А, ну вон сейчас еще немножко топлива. Опа! Вот это огнеопасное топливо, оно мне не нравится. Но ничего не поделаешь. Поехали. Блин, лишь бы паруса не долбанули ни обо что. Опять пожар начнется.
Топливо кончается. Сейчас подзаправлю тебя. Ой, мы приехали. Оу. Мы куда-то приехали, пацаны. Надо сложить паруса. Все. Приплыли, мать вашу. Да, приплыли точно. Что ты сделал? Не-не-не-не-не, поставь на тормоз пока. Значит, надо забрать вон тот ящичек. Сейчас заберу ящик. Хопа. Вот эту вагонетку, наверное, все-таки нужно столкнуть. Другого пути я не вижу. Опа. Ну что, давай, толкаем. Давай, дружок, я в тебя верю. Я очень в тебя верю. Пиздык сейчас. Есть контакт. Зачем я, интересно, это сделал? Не знаю. Туда все, тормози. Так, значит, что-то здесь нужно сделать. Топливо я, естественно, забираю. У нас с тобой уже два огнеопасного говна. И ты понимаешь, как... Не-не-не-не, выключи. Если мы с тобой их в топку запихаем, то... Конечно, подзаправимся, но... В этот момент мы с тобой получим небольшой урон двигателя. Все, в принципе, я понимаю, что делать. Нужно вон туда залезть, я так понял. Давай, тащи. Тащи, я в тебя верю, давай, тащи. Так, все. Вот так как-то примерно, да? Тихо. Там... Это вода или что? Дай посмотрю. Ага, колесо блокирует воду. Все, я понял, воды не хватает. Но у нас-то с тобой есть вода. Вот она, сколько хочешь. Сколько хочешь воды. Сейчас мы ее прям вот так вот. О, смотри. Бля, мешает корабль. Или что? А, не, внизу открылось. Все. Вот что, внизу открылось. А я жду, когда наверху откроется. Все, ништяк. На пулю нажимаем. А я? А как же я? Все, ништяк. Так, дальше что? Так. О-оу. Наверное, нужно подтянуть его. Ну-ка. Попробуем подтянуть лебедкой. О, все, точно. Погнали. Погнали наверх. Все хорошо. Все отлично, все замечательно. Мы выбираемся из этой жопы. О, там ящичек. Дай заберу. Спасибо. Спасибо. Так, вот еще топливо. Ништяк. Так, я так понимаю, что мы уже поехать можем. Ну, отправляемся. Согласно купленным билетам, занимайте свои места. Не будем, думаю, что мы быстро двигаться, потому что мало ли что, здесь какие-то странные ангары. Ну как, не будем? Конечно, будем. Я обманываю вас. Будем, конечно. Будем мы быстро двигаться и медленно. Сейчас включу это говнище. Кончилось топливо. Почему-то вот не фиксируется кнопка на постояночку. Вот если бы она на постояночку, вот эта кнопочка хоба, и все. И прямо постоянно бы нажатая была, было бы вообще замечательно. Расправим паруса. Ветер нам ништяк. Попутный. Спрос. А вот теперь максимум. Максимум скорости. Ух, как он летит. Он прям жжет, ты посмотри. Офигенно. Тихо, надо поддать еще. Спрос.
Давай, 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 дружок, давай, быстрее. Так. Так, у нас с тобой две бочки только вот этого ядерного топлива, которое может быть огнеопасным осталось. Ну и всякие фонарики можно сжечь, стул к чертовой бабушке можно сжечь. В принципе, у нас полно чего сжечь. Бля, ну что это такое? Че, никак? Все, тормози, тормози. Ветра нет. Паруса спускаем. Надо эту установку надо выключить. Блин, она же топливо жрет. Тихо. И сломался у нас этот. Главная кнопка сломалась. Сейчас починю. Вообще не проблема. Так, ну что, я думаю, пора воспользоваться огненным говнищем. Смотри. Сейчас будет фаер-шоу. Я же сказал, будет фаер-шоу. Но выхода у нас с тобой нет. Так, здесь я потушил. Спокойно. Пойдем чинить грузовой отсек. Что-то долго чинится. Наверное, он не так встал. О, ништяк, все. Так, ну пошли, наверное, на разведку. Вот здесь, я так понял, нужно что-то... Что-то где-то... В принципе, я понял, что это такое. Это дрезина, друзья. Это дрезина. Смотри. Вау! Не-не-не-не-не, дрезина уехала без поезда, блин. Без поезда уехала. Тихо, тихо, стоять, стоять. Да стоять, снимайся с тормоза. Я же вроде прицепил. Ты же видел, что я прицепил? Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Тихо. Да чтоб тебя. Вот. Вот теперь мы поедем. 100%. Да, все, едем. А зачем нам дрезина, если у нас есть топливо? Вообще непонятно. Может быть, разработчики думали, что когда я сюда приеду, у меня не будет топлива? Хотя, странно. Не, ну есть вероятность, конечно. Ну, либо просто для развлечения процесса. Так сказать, развлекательного. Давай, 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 давай. Я, в принципе, мог и без этой поехать. Без дрезины. Неплохо бы себя чувствовал. Давай, 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 дружок. Блин. Как же медленно. О, все, уперлись. И что дальше? Так, топливо. Так мне по прямой, а почему... А, вон кнопка какая-то. Подожди, нашел кнопку. Сейчас, наверное, будет вот так. Точно. Укатится дрезина, и мы с тобой обратно возвращаемся на наш курс. Так, включаем супер-пупер-засасыватель-всасыватель. И погнали. То есть по рельсам я не мог ехать, а сейчас я по рельсам еду. Это как называется? Ладно. Жалко, ветра нет. Давай, 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 я в тебя верю. Мы еще не набрали максимум, чтобы стем сбросить. Вон ящичек. Ништяк. Все, супер. Ветер, 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 ветер поднялся. Отлично. Значит, мы можем ускориться. Круто.
Так, и топливо кончается. Все одно на одно. Спрос. Заправка. Вперед. Очень мало лута. Очень мало лута, но я не расстраиваюсь, потому что у нас есть с тобой еще огненное дерьмище. Опа. Тихо, пожар. Тормози. А, мы, в принципе, уже доехали. Так что можно, наверное, подъехать чуть поближе. На верхней палубе пожар. Все, тормози. Что-то у нас там упало с тобой. Да не, за водичкой надо сбегать. О! Сейчас пойдем локализуем очаг возгорания по-пионерски. Все. Он сломался? Да, еще, блин, и сломался, ты представляешь. Вообще не дело. Вообще не дело. Сейчас починим. Поднять наверх. Сейчас починим. Не волнуйся, сейчас все починим. Все отлично. Так, и что, мне нужно спуститься вниз, я так понимаю, там какая-то кнопка есть. Тихо. Мы куда-то поднимаемся. Какая-то конструкция странная. Тоннель какой-то. Уровень 2, уровень 1. Это все замечательно. Там какие-то кнопки. А мне-то куда? А, вон еще топливо. Вон куда мне, я вижу. Все прекрасно вижу теперь, куда мне. Вон там кнопка наверху еще есть. Куда ты пошел? Куда ты пошел, блин? Так, топливо мы с тобой оставляем здесь. Что, придется подтащить, наверное, его. Потому что я вон туда вот слева не запрыгну вообще сам. Давай подтащим. Сейчас подтащим чуточек. С крыльев нужно будет залезть. Давай. Еще. Еще вот так вот. Нет, еще давай. Ну, вот как-то так примерно. Он сейчас остановится. Надеюсь на это, конечно. Так, надо залезть. Я постоянно не могу понять, почему я здесь не могу залезть быстренько. О, ништяк. Кнопка где-то наверху. Да, вон она. Так, здесь пусто. Здесь ничего нет. Ничего полезного нет. Так что нам наверх. Так, ага, не могу туда залезть. Хорошо. Значит, нажимаем кнопку. Ага, это открылось внизу, я так понимаю, заслонка. Все, супер. Значит, я могу теперь там пролезть. Не понял. А мне-то как теперь спуститься? А, никак, мне надо наверх. Офигеть, что это такое вообще? Воу! Вот что это такое. Это херота на ногах двигается. Вот, смотри. Вот он эту машину сделал. О, топливо. Вот он эту первую машину сделал. Это вторая машина. Это какой-то пароход по воде. Хер знает. И вот эта машина. Офигеть. Великий изобретатель, я тебе хочу сказать. Так, а что, я не могу запрыгнуть, что ли? По бочке запрыгнуть? Ладно, понял. Так. И супер большая кнопка. Все, мы погнали.
Я понял, мы поехали. Офигеть, какая здоровенная, здоровая хреновина просто. О, у нее тоже посередине там топливо, видишь? Слушай, наш кораблик вон слева стоит, кажется маленьким таким. Да ну нахер, ты посмотри, что это. О-о-о-о. Звездные войны, не иначе. Круто. О, все. Да, на три шага хватило топлива-то. И, по-моему, там пожар. Так, куда мне идти? Дым валит, 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 валит. Значит, к дыму мне нужно идти. В отсеке пожар, друзья. Ага. Все, я понял. Теперь нужно подгонять нашу машину. И тушить пожар, потому что только у нас есть херня для пожаротушения. Давай, поехали. Ну, я так понял, что мы быстро-то не поедем. Хотя хер с ним, что, врежемся и врежемся. Ничего страшного. Хотя можем тормознуть. А, можно разбить, что ли, дальше? Ну-ка. Давай упремся лбом. Нет. Не получится. Короче, где тут наша пожаротушение система? Я уже бегу. Блин, нифига себе, а что, я подъехать ближе не могу, что ли? Такого же быть не может. Значит, можно подъехать ближе. Давай. Можно. Ну так, ближе подъезжать не буду, вдруг загорюсь. Вот теперь все будет хорошо. Вот теперь я все локализую, очаги, все возгорания. Так, один потушил. И второй потушил. Так, а что делать-то теперь? Ага, спокойно. Я вижу, за что зацепиться. Сейчас все подтянем. Не знаю, что это, но... Все очень понятно, что нужно подтянуть куда-то что-то. Так, надо поближе подъехать. Я не запрыгну на эти штуки с кнопкой. Еще чуть-чуть. Все, хорош, достаточно. Теперь я точно достану все это. Тык-т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 ык. Не работает. А вот это сработает. Энерджи. Так, это энергия так заправляется, я понял. Так, и что, где еще один? Или можно уже отправляться? Энергия есть, а вот еще наши штучки. Тихо. Так, сейчас мы здесь все соберем. Так, вот поближе поставим. Хотя, может, одну возьмем? Не, наверное, здесь оставим. Нафига она нам нужна? Поехали. Я так понимаю, что мы отправляемся снова в путь. А что не поднимается? Во. А, тут нужно было слезть, я понял. Ну ладно. Сейчас опять топливо кончится, это 100%. Пока затаримся нашим топливом.
2 поставим. Сейчас кончится. Да, уже кончается топливо. Все. Кончилось. Спокойно. Я так понимаю, что мне вниз. Сейчас я ящичек положу. А можем даже заправиться с тобой, наверное, да? Как ты думаешь? Давай заправимся сразу. Чтобы у нас-то топливо было по максимуму, вдруг нам придется бежать отсюда. Так, и мне вниз, да? Воу. Понятно. Вот наше топливо. Потом наверх за лебедкой. Лебедкой поднимаем, и все. И все нормально будет. Что-то ненадолго хватает топлива-то. Так, я запрыгну? Да. Запрыгну. Ништяк. Самое главное здесь перепрыгнуть. И что, они хотят сказать, что лебедки хватит? Смотри-ка, хватило лебедки. Ну и ништяк. Просто великолепно. Так, давай, дружок, побыстрее. Нам нужно двигаться дальше. Давай, сейчас мы подтянем это говнище. И погоним. А почему, интересно, вторая не открылась? Туда же, там же тоже топливо кончилось, значит, нужно и туда заправлять. Странно, конечно. Ну ладно, не будем придираться. Прыгаем и ништяк. Что, заправили? Что-то не показывает, что заправили. Может, еще что-то нужно было нажать. Ладно, давай попробуем, как всегда, нажать на эту кнопочку. Почему она, интересно, нас наверх не поднимает? Может, я наверх хочу? Так сказать, на капитанский мостик хочу. Не поднимает. Да, видишь, я только слезаю и... Все. Хочется еще просто со стороны посмотреть на это чудо. Ну, только вот так можно посмотреть со стороны. Сейчас топливо кончится, и мы, я так понимаю, поедем снова на машине. Бочку зря. А, бочку я и не взял. Хотя нет, я бы взял бочку. Я ступил, я ее просто не забрал сверху. Ладно. В принципе, можно подъезжать к носу. Потому что, скорее всего, мы сейчас приедем уже. Все-таки долбанулся я. Ладно, ничего страшного. Крутотень вообще. Приехали. Ну и нормалек, ладно. Спасибо тебе, большая черепаха, что покатала. Давай, значит, запускаем снова наш этот забор говна. Все по схеме. И отправляемся в путь. Тихо, проскочил. Давай. По максимуму. Сейчас под горочку еще прям жахну. Смотри, как скорость набирает. Ну, что-то максималочку не выжимает. О, ветер. Тихо. Сейчас выжмем максимум. Так, там уже, скорее всего, надо сбросить.
Сейчас я вот, вот так вот сделаю. Опа! Топливо. Сейчас сброшу. Вау, максимум. Нормально. Все хорошо. Сброс. Вот, теперь максимум. Смотри, стрелка прям на максимуме. Заправка. Ветер прям как надо. Давай еще максимум. Смотри, вообще максималочка идет. Самое главное, чтобы топлива хватило. Разогнались мы просто жесть. Воу! Блин, я полжопы потерял, да? Чё за беда? О, всё. Всё, бля, приехали. Всё. О, смотри, парусами можно что-то делать. Точно. Ну ладно, поехали. Все, короче, мы без жопы остались. Развалилась машина наша с тобой. Ну, по крайней мере, едет еще. Ну-ка. А если я вообще отпущу? Ага, встает. Во. Все, баланс нужен, я понял. Балансировка нужна. Чтобы ни носом, ни жопой не касалось, а по ветру просто шло. Ну ничего вроде, да? Вроде едем. Обалдеть. Давай, давай, дружок, давай. Регулируй там, регулируй. Да, недолго прожила машина. Это, наверное, потому что мы по максимуму так разогнались. Вот так вот, не гоняйте по максимуму. Тихо, 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 жопа перевешивает. Музыка, ты знаешь, все равно какая-то радостная. Несмотря на то, что мы... О, мотак, может, на мотаке поедем? Несмотря на то, что мы с тобой потеряли полжопы корабля, а вернее даже не полжопы, а всю жопу корабля, но музыка какая-то волшебная и добрая. Долго это, интересно, будет продолжаться? Я вот кнопку буду туда-сюда гонять. Давай, давай, дружок, ветерок еще есть, так жопу заносит назад. Надо вперед. Вперед, 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 вперед. Не останавливаемся. О, водичка. Все, приехали. Приехали. Конец, что ли, пути? О, топливо. Книжки, топливо. Это зачем все здесь? Все, я понял, для чего это. Давай. Это маяк, друзья. Да, это маяк. Друзья, это уже финал. Представляешь, это финал уже игры. Очень прикольная игра. Но очень-очень, сука, короткая. Я бы сделал бы ее все-таки подлиннее бы. Вернее, бы не сделал, а попросил бы сделать ее подлиннее. Игра просто супер. Итак, друзья, мы прошли Far Lone Sails. Так что всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Все, друзья, всем пока-пока.